Короче, продолжаем репортаж. Руль практически установлен. Что-то нашлось лишнее. Все пропало? Да. Ты какая, значит, фора? Тут непонятное крепление. Что вы расскажете? Теперь обязательно возвращаем на место вот эту фигню. А что будет, если не поставить? Будет больно зубам. Удаляем защитную целлофанеточку. Ой. А ну, разрешите? Вангую, что эта штукень была засунута куда-то вот сюда. Не, там же ключик где-то был, вон внизу. Ключик не получится. Глядите. Что-то нашлось лишнее. Там даже гидроизоляция есть? Ни хрена себе. Топчик. Да, похоже на правду. Болтичек надо теперь на шукате. По-моему, там шестерочка. Ты как, знаешь, фора? Тут непонятное крепление. Пока мы никакого применения ему не нашли. Прикрутили эту планочку сверху. Сейчас немножко разбираемся, как прокинуть провода, чтобы они никому не мешались и были на своих местах. Постепенно происходит монтаж фары головного света. Вот тут один винтик и вот тут парочка. Еще мы их не прикрутили, но сейчас всем займемся. Попали болтичек или регулятор, а провода тоненькие, крылья регулятору идут. Извлекаем крепление. Что, снимаете? Лапка заднего тормоза. Это какая-то защита чего-то. Еще тут есть лапка. Переключение передач. Складная. Тюб. Здесь есть шпринтик. Его нужно согнуть. Надеюсь, он согнется, да. И вытащить. И все упадет. Шайбочка. И потом туда шпринтик. Возможно, он даже пролезет в дырочку. Да, он прошел. И потом мы его выгинаем. Усё. Сейчас мы тут чуть не можем понять, как это пружина будет. Михаил, ау. Ваши предположения. Я что-то не осознаю ничего, кроме тщетности бытия.